На торжественное собрание в Театре оперы и балета собрались лучшие работники авиационно-космического комплекса региона. Почетный знак «Трудовая слава» получает Виктор Филиппович Тюрин. Работать на завод он пришел в 17 лет и уже полвека трудится в одном из цехов РКЦ «Прогресс». Никогда не задумывался куда-то уйти, перейти. Никогда не было. Для меня завод – это дом родной. 12 апреля для Самары – праздник особый, ведь полет первого человека в космос 58 лет назад состоялся во многом благодаря труду самарцев. И сейчас перед космической промышленностью страны стоят новые задачи, решение которых позволит России сохранить передовые позиции в сфере ракета и двигателестроения. И самарские предприятия принимают в этой работе самое активное участие. Перед всеми предприятиями сегодня стоит задача, перед всеми, без исключения всех направлений, повышение производительности труда, переход на новые технологические платформы. Нам очень важно, проводя эту работу по модернизации, ни в коем случае, конечно же, не снижать темпов самого производства, эти процессы совмещать. За 2018 год «Прогресс» обеспечил 16 пусковых компаний. В соответствии с указом президента предприятие определено главным исполнителем и проектировщиком ракеты среднего класса «Союз-5» и ракеты-носителя сверхтяжелого класса. В тесной связке с РКЦ «Прогресс» работает ПАО «Кузнецов». Сейчас завод обеспечен заказами до 2027 года. В стадии реализации находятся 13 инвестиционных проектов реконструкции и технического перевооружения, 5 из которых получат финансирование в текущем году. Лариса Шалафаст, Василий Колдашов. События.